добро пожаловать на мой YouTube канал. Здравствуйте. Очень важно, когда вы зарегистрируете Complete ваш профайл. Если вы не сделаете это, вы не будете получать деньги, и кто вас регистрировал и ваши рефералы, никто не будет получать. Это очень легко. Вот смотрите, просто ваш профайл, да, experience, где вы работали, profile picture, вот это все, вот заполняйте, и потом все это 100% должен заполниться, и вот это будет complete your page потом. Вот это очень важно, что это каждый, вот это нажимаете, и что не хватает, добавляете там свою информацию, добавляете 10 человек, это 20%, добавляете контакт инфо там. Вот это обязательно делайте, когда регистрируетесь. Еще очень важно, там вот это time and condition есть у них. Reward and reward. Это надо почитать, просто клик сделать, просто уже сделано здесь. И вот это два вещи очень важно. Если эти два вещи не сделано, вы не зарабатываете на этом сайте. Это два вещи сделаете, вы уже начинаете зарабатывать. А link payment account вы можете потом, потому что сейчас только есть Pioneer и Stripe. В дальнейшем будет и PayPal, и прямо их карта будет, дебетовая карта, и на биткоине много методов будет. Вот смотрите, Stripe, Pioneer, WebTalk, Credit будет, PayPal, Coinbase и многие другие. Вот да, через пару недель, когда Mobile App видит, это все будет уже. И вот главное, что когда вы зарегистрируетесь, что это первый шаг вы сделаете. И сейчас очень важно how to get referral links. Это который вот разные рефералы, смотря откуда вы и хотите, вот здесь нажимаете, да, и find contacts, здесь нажимаете, и вот смотрите, через email хотите, через share, но я использую самый последний линк, который открывается прямо, чтобы зарегистрироваться. Вот здесь просто нажимаетесь и регистрируете других, приглашаете друзей через email, через banner ads есть, вот ваш. И я просто пользуюсь последним. Последний — это самый хороший, когда человека не знаете и он не запутается. Вот просто нажимается и это все копии делается. Это очень важно. Вот это share landing page тоже хороший, но я использую последний, потому что там уже он не запутается и сразу же заполняет регистрацию. Вот это если у вас и веб-сайт есть, banner ads, вы просто ставите с боком или в середине, вот какой размер, любой размер у них есть. Просто и кто-то, если кликнет и регистрируется, это будет вашим рефералом потом. Thank you.